Это у нас Мишка. Так, он очень страшный в колтунах. Это мы уже первый слой срезали, а теперь пытаемся снять у него то, что у него к шерсти приросло. У него здесь и хвоя, и сено, и солома, и палки. И все это его очень-очень сильно ранит. Мальчик терпит. У него сломан таз, поэтому повернуть на другой бок его нельзя. Сейчас мы обстригаем сначала одну сторону, но, ребята, это очень трудно. Хотите приехать, помочь нам? Помогите. Потому что кто стричь надо осторожно, все колтуны прям до самой шкурочки. Он кошмар, просто кошмар. Ее срезать очень тяжело. Для лохматеньких собак, бездомных, это очень опасно, очень страшно и очень больно. Потому что шерсть оттянутая и очень тяжело ее обрабатывать. Ребята, мальчишка очень хороший, очень добрый, очень маленький. Он очень терпеливо все переносит. Но у него очень тяжелое состояние. Сломан таз и отбитые легкие. И он не старый, ему лет 6-7, не больше. Я считаю, что для собаки это еще средний нормальный возраст. Все, как только мы его обстригем, всю эту кошму с него снимем, некрасиво, ну и что? Зато будет чистенько, не будет ничего давить. Нам еще надо внутри обстричь там все, потихонечку. Потому что там у него мокро. Вот так сколько могли здесь обстригли. У него очень сильно сдуты яички, потому что удар пришелся сюда, в эту сторону. А там все остальное нормально. Дня через 3-4 будет уже точно ясно, как ребенок пойдет у нас на поправку.